Чем ты тут, черт возьми, занимаешься? Время молодо. Я приветствую тебя в моем королевстве. С тобой твой друг Билл. И сегодня я в очередной раз буду высмеивать странные форматы на Ютубе. И как ты наверняка догадался с названия и по манере речи, которую я сейчас говорю, я буду рассматривать АСМР. О, да! Чувствую, дизлайки опять со скоростью света набегут из-за скримера. Ну ладно. АСМР — это такой формат, при прослушивании определенных звуков ты ощущаешь кайф. Но давайте обо всем поподробнее после элитной заставочки. Давайте для начала посмотрим один из таких роликов. Лучше включу песни Буториной. Так-то лучше. Да это просто кайф. Ну а как насчет такого? Неудачную неделю, чтобы бросить нюхать клей. Хочется отметить, что есть еще такие АСМРшники, которые умеют говорить. Шоколад, 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 арбузик, 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 арбузик. Я 15-летняя девочка. Я думаю, лучше еще раз повторить, что суть вообще формата ASMR, чтобы человек при прослушивании расслаблялся. Я вообще боюсь представить человека, который будет кайфовать от Джокера, его смеха и то, как он перебирает пули, маячит перед камерой оружие. О, господи, что за извращение? Ну, как только я подумал, что все самое страшное уже позади, так тут явился трансвестит. АСМРщик трансвестит под ником Антон, о господи. В ушах стоит лишь звон о том, что ты Антон, ты Антон. А как вам АСМР от ЧПДЛика, который предлагает вам рассмотреть некоторые игры? Игры для разных консолей и компьютера. Что вам посоветовать? Или вы пришли с какой-то определенной игрой? Посоветуй мне, пожалуйста, ЧПДЛик. Можете предоставить мне, пожалуйста, интерактивное кино? Интерактивное кино? Боюсь, такого жанра в нашем магазине нет. Но какой бы странный или убогий этот формат не был, он все равно намного лучше, чем эти гребаные ролики с просмотром 10 часов. Интересно. Очень. Если вам не понравилось это видео, то вы можете со всей смелостью идти нухер. А если вам понравилось, то вы можете смело поставить лайк и подписаться на канал, если вы до сих пор по какой-то там причине не подписаны. Ну а с вами был Билл, всем удачи и до новых встреч. Эй, ты чё людей разводишь? Я тут сижу, куда ты показываешь?